начале июня был дан старт масштабных работ по капитальному ремонту Химкинского роддома. Старое здание уже не соответствовало современным требованиям. Поэтому было принято решение полностью обновить как помещение, так и медицинское оборудование. Я здесь работаю с 2005 года в этом родильном доме. Ну, важность, наверное, трудно переоценить, потому что мы столько ждали этого. Наконец-то этот момент настал. И для нас тоже, и для всех жительниц Химки. Сейчас в здании проводятся демонтажные работы. Строители уже успели вывести всю мебель и оборудование. На втором этапе проведут черновые работы по штукатурке стен, устройству перегородок, полов. Оценил темп работ глава Химок Дмитрий Волошин. Мы видим Химкинский роддом площадью 5100 квадратных метров, мощностью 100 коек. Сейчас идут демонтажные работы. В октябре месяце уже приступят к работам капитального характера. Абсолютно все идет под замену. И все инженерные сети, фасад, кровля, все работы внутри, значит, будет абсолютно новый роддом. В обновленном здании существенно улучшатся условия пребывания для жительниц Химок. В каждом блоке появятся туалет и душевая. Кабинеты будут оснащены по последнему слову техники. Также увеличится у нас мощность операционных. У нас будет две операционные, гинекологическая и акушерская. Вот. И будут очень комфортные условия в родовых залах. Это будет полностью обновлено наркозное оборудование, оборудование для операционных, родовых залов, аппараты УЗИ, диагностическое оборудование. В общем, будет меняться все, полностью включая мебель. Срок окончания работ запланирован на 4-й квартал 2024 года. На время ремонта сотрудники больницы разработали план маршрутизации химкинских рожениц в родильные дома соседних городов. Персонал распределили в онкологические отделения и женские консультации поликлиник Химок.